Інколи людям дуже складно щось розпочинати, але є люди, які можуть сказати Гей, чемпіони, У тебе все вийде, і це може допомогти але так це чи ні, сьогодні ми з цим розберемось. Так, і це не Олесь Пінчук, який викрикує вам Хей чемпіони!», а це наш ранковий гість, який точно знає, що потрібно розпочати, в яких випадках до нього потрібно звертатися. У нашій ранковій студії Роман Кириченко, коуч. Доброго ранку. Доброго, доброго ранку. Ну от, слухайте, Олесь розпочав такою непогано, як би нотки, «Гей, чемпіони. Що дійсно працює? працюють такі певні заклики, чи робите ви їх в роботі з тими, хто до вас приходить? заклыки, наверное, и работают, но я не использую. Почему? Потому что ко мне люди приходят, чтобы что-то изменить, а если я им буду просто кричать, что человек чемпион, но не будет происходить никаких внутренних трансформаций, то единственное, с чем человек уйдет, с каким-то зарядом минут на 10, наверное, и потом это все вернется на привычные круги. Вот. Поэтому крики, мотивация — это хорошо, но коуч больше работает с мышлением, с восприятием, с мировосприятием человека, с самовосприятием и помогает перестроить именно внутренние процессы так, чтобы начали происходить перемены. То есть задача создать клиенту пространство и возможность для изменений в ту сторону, куда именно он хочет. А це больше практики, чи все-таки больше теории, как это все, ж таки теорії, як це все робити? А, Смотрите, если мы говорим, делаю ли я какие-то перемены за клиента, то нет, я помогаю ему изменить внутренние процессы, поработать с какими-то страхами. Допустим, человек боится общаться с людьми. То есть я могу помочь решить внутренний вопрос, который ему мешает общаться с людьми, но за него общаться я не смогу, понимаете? То есть он выходит в реальную жизнь, начинает общаться, и потом мы с ним смотрим, как ему было комфортно, некомфортно, изменилось что-то или нет. Вот. И, соответственно, уже на основании этого мы двигаемся дальше. А вот продолжаю запитание Олесе. просто мне кажется, что вы просто рассказываете, как потребно, чи вы даете определенные тренинги и проходите их разом с людьми. А, не то, ни другое, то есть я ни в коем случае не рассказываю, почему, потому что мой опыт он, не всегда будет полезен для кого-то, как и чей-то для меня. Поэтому мы прорабатываем конкретные вопросы, это могут быть, допустим, вопросы из детства, что-то у человека сложилось какое-то убеждение, что вот все, не быть ему богатым, там условно и все, или вот он там не может создать какой-то результат, понимаете, это часто ограничивающее убеждение, которое никакой почвы в себе не несет, кроме той, что когда-то кому-то, кто-то ребенку сказал, а дети там, ну, они же верят как бы всему взрослому, для них это весь мир. Вот дальше они это тянутся бы во взрослую жизнь, и, жизни, соответственно, это мешает очень сильно двигаться, потому что ну, человек как будто в стену лбом бьется, вот он хочет, у него внутренний конфликт с одной стороны, он хочет, с другой стороны ему сказали, что он не может, и он в это поверил. Понимаете, задача это убеждение рассеять или поменять на то, чтобы хотя бы человек начал пробовать. А когда он начинает пробовать, он получает новый опыт и, соответственно, понимает, ага, так все-таки по-другому, если я начинаю что-то делать по-другому, оно по-другому и происходит. Вот. Поэтому больше эта работа именно завязана на конкретных, допустим, ситуациях, на конкретных задачах. То есть коучинг работает очень с конкретными целями и запросами клиента. То есть человек может прийти и сказать, мне хочется там, увеличить оборот бизнеса, там, я не знаю, на несколько миллионов. Вот. Но мы тогда работаем с со стратегией, как это увеличивать, то есть э, прорабатываем, смотрим, что мешало до этих пор, что э, человек делал, чего не делал, вот под каким углом смотрел. Я помогаю больше видения расширить, углубить, и чтобы человек в себе нашел какие-то вопросы, которые мешают раз, а когда получается вот это вот освобождение от вот этих вот э, обременительных убеждений или взглядов, человек начинает замечать сам возможности, которые так были в его поле. А с какими вопросами они чаще звертаются до коучинга, чтобы помогли им решить? Как правило, это начинается все с каких-то банальных недовольств. Там вот, ну, мне хотелось бы там, чувствовать себя комфортнее, мне хотелось бы там, больше зарабатывать, мне хотелось бы там, свободнее общаться с людьми или, допустим, там, в семье, чтобы были лучшие отношения. То есть это из любой сферы могут быть вопросы, и задача уже коуча, одна из основных задач коуча, это, во-первых, слушать, как говорится, между строк, потому что человек может что-то говорить, но он живет в своей, так сказать, привычной картине мира и может банально не замечать, что на самом деле ему может мешать. И задача коуча услышать, как человек дышит, какая у него мимика, как вот он произносит слова. И помочь задать некоторые уточняющие вопросы, которые помогут углубиться больше в внутренний мир человека и заметить те моменты, которые действительно мешают, потому что недовольство из-за того, что человек недостаточно зарабатывает, может э, как бы быть э, на вершине, так сказать. Но внутри у человека какие-то внутренние проблемы во взаимоотношениях с каким-то там человеком или вообще с собой. То есть ну, он постоянно идет на работу и борется. Вот не хочу туда идти, а заставляет, потому что там условно надо, понимаете. И из-за этого недозарабатывает, потому что не на том месте, не ощущает какого-то удовольствия и э, двигается вообще против себя. Вот. И вот эти вот... Э, любые запросы из каждой сферы они помогают выйти на какие-то вещи, которые действительно мешают человеку. Потому что, как правило, когда человек идет в проработку, он не, он не может, он просто не может знать, потому что не видит, что именно нужно решать. Вот. Но у него есть какое-то недовольство. И самое главное, чтобы человек не спрятался с этим недовольством, не забил его куда-то в глубину, а сказал, ну да, мне нужно что-то с этим делать и решать. А вы сейчас говорили перед тем, что допомогаете В плані бізнесу зрозуміти, можливо, людина не бачить якихось можливостей. А тут ми зараз говоримо про більш таку психологічну точку зору. Тобто, це і економічні якісь мають бути знання, і психологічні чи цьому треба вчитися, чи це якісь базові знання про коучинг ви маєте? Так, так. Ну тобто, коуч, так розуміє, він поєднує собі багато різних професій і знань. В этом-то вся и штука, что человеку наоборот намного лучше, если он не сильно углублен в профессию. Потому что э, я до того, как занялся коучем, у меня разные бизнес-проекты были. Вот, но э, я вам скажу, что ну, этот опыт помогает чисто из понимания, что человек чувствует в конкретных ситуациях. Но по факту, чтобы мне помочь человеку решить вопрос, мне не нужно там сильно быть глубоко развитым в его сфере, потому что я работаю больше с личностными вопросами, с мышлением, и мне не надо высчитывать там какие-то формулы, математические модели или что-то еще. То есть моя задача — решить психологический вопрос человека. Вот, а в этом как раз и хорош. Понимаете? А если я ему начну рассказывать какие-то вещи, которые он и так знает, ну, во мне просто смысла не будет. А как мне понять, что мне нужно идти до коуча, а не до психотерапевта, потому что там у меня какие-то проблемы? Очень тонкая грань, смотрите, эти две профессии, они немного дополняют друг друга. Почему? Потому что коучинг работает больше с мышлением и идет как бы, изменение через мировосприятие, самовосприятие, все такое. А терапия, вот, психологи, психотерапевты, они работают больше с Чувственным восприятием мира. Хотя я тоже это использую, потому что ну, как бы, если у человека с этим вопросы, то сложно идти вообще куда-то в будущее, какие-то стратегии прорабатывать. Потому что если там, человек живет с постоянным чувством вины, это невероятно большая тяжесть, и тянуть ее за собой куда-то еще сложно. Вот. Также есть еще моменты вот, уже на грани там, психотерапии и психиатрии, то есть есть. Так сказать, клиническое. Психология или психиатрия, там, где человек уже может выписывать таблетки, и идет медикаментозное решение вопроса. То есть это уже точно не мои клиенты, потому что э, когда идут психические какие-то расстройства, идут э, тяжелые депрессии, идут э, какие-то состояния, когда человек просто с кровати не хочет подниматься, то это точно не ко мне, это уже вот э, эти люди, они имеют право выписывать таблетки, имеют право там ложить в больницу и все такое. Я работаю с, грубо говоря, с успешными людьми, которые хотят больше. То есть у человека там некомфортно, он хочет чтобы было комфортно и так вот понятно мы э... те разобрали но как мы не что мне не требоваться до вас вот а... ну, я не зрозумел. Понял. смотрите если вам у вас какие-то панические атаки вам я не знаю страшно выходить из дома вам э, вообще не хочется вставать из постели для вас мир это сплошной ужас вот вам точно нужно к психотерапевту или к психиатру, не знаю, но важно обратиться хоть к кому-то, чтобы... А еще лучше это пойти действительно в медучреждение и пройти, там есть очень разные тесты, там, где смогут поставить диагноз и понять причину вашего тревожного, настолько сильно тревожного состояния. Потому что тревожное состояние есть много у кого, банально, там, я не знаю, начальник там, пригрозил человеку, что его уволят, все, у него уже легкое тревожное состояние. Но здесь, когда человеку вот просто, вот ему сжаться, хочется спрятаться и не выходить вообще из дома, то это уже очень сильный звоночек, что нужно идти, так сказать, как минимум провериться, ну, что не так, потому что э, мы здесь больше для того, чтобы удовольствие получать, а не страдать в этом мире. Угу. А ось дивіться, якщо поговорити про мотивацію, ви кажете, її ви допомагаєте людям знайти її, все ж таки почати рухатися, можливо, побачити те, чого вони раніше не бачили. А от е, з чого, наприклад, можна розпочати над ну, в домашніх умовах, можливо, від вас деякі поради. От людина займалася всім, все було круто. Там трішки відпочила, розслабилася, така. А що робити далі? Тобто, немає цієї мотивації, цілі, як її віднайти, як повернути себе ось той ритм, коли щось хочеться робити. Но тут важно значит, понимать, что человек расслабился из-за того, что он там переотдыхал, или из-за того, что у него потерялся смысл уже в прошлой деятельности, которой он занимался. Вот почему? Потому что если разобрать слово мотивация, то в основе лежит мотив. А Мотив это, ну, собственно говоря, зачем мне что-то делать. И очень часто, когда человек действует просто вот по течению плывет, вот этот мотив он где-то, ну, его не существует, потому что вот Точнее, он есть, скорее всего, мотив называется так проще. Вот. А, как правило, когда там, человек действует когда так проще, то потом однозначно будет сложнее. Вот. Но отвечая на ваш вопрос... Как разобраться банально, начинать прислушиваться к себе и пробовать, потому что без практики это все, ну можно сидеть дома, думать, там выписывать что-то, но если вы ни шагу не сделаете, не, ну, человек никогда не поймет, оно его не его, потому что у меня вот я сейчас занимаюсь конкретно своим делом, мне это нравится, я чувствую себя на своем месте, но до этого у меня там около 9 лет были разные там бизнесы, и в каждом я чему-то научился, каждый меня в чем-то усилил, в чем-то продвинул, и это все привело к тому, что я сейчас занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Вот. Но без этого пути вряд ли бы я вообще сюда пришел. Вот. Сказать, что я там чувствовал себя на своем месте до конца, нет, поэтому, видимо, и был этот путь. Поэтому основная рекомендация, что вот если вы чувствуете, что хочется вам это сделать, ну сделайте там, уделите этому неделю, две, месяц, но это однозначно будет лучше, чем вы отсидитесь и э, знаете, будете витать в мыслях там. А где же это мое заветное дело, которое я начну, и вот все сейчас резко поменяется. Не будет чуда. Это вот детская позиция ожидания чуда. Вот вы берете и меняете свою жизнь. И вот когда происходит вот это вот, знаете, как щелчок, не я так хочу, и мы топаем ножкой, а я понимаю, что моя жизнь, моя ответственность, и это доставляет удовольствие, потому что по факту, если это моя ответственность, я же могу наполнять ее тем, чем я хочу, а не тем, что там, мир мне условно там возможно преподнесет там на блюдечке, хотя никто никому ничего не преподнесет, понимаете? Вот. И снова разочарование. Да, да, сплошные разочарования. Да. То есть я не любитель, знаете, вот этих эфемерных выражений, там вот там все когда-то случится, так будет. Нет, ну вы берете, делаете. Да, какие-то бывают удачи, этого не отрицаю точно, но как кто-то из великих, по-моему, сказал, что спортсменов, я заметил, что чем больше я тренируюсь, тем больше мне везет. В жизни точно так же. Вы делаете, у вас появляются новые возможности, новые какие-то зацепочки, вы идете, двигаетесь, и все начинает складываться. В каждой работе есть так называемое выгорание. То есть рано или поздно мы такие, вроде бы это на своем месте, все подобається, але но... Что-то не так. Как побороть саме это выгорание? Не надо его бороть, его лучше, знаете, как профилактика лучше лечения. В каком плане? То есть никто действительно от этого не застрахован, потому что бывают разные ситуации. Тут нету, знаете, сказать, вот, будьте в балансе. Это все, ну, как бы такие не очень э прикладные вещи, потому что, ну, бывают перекосы, у каждого бывают вопросы, какие-то форс-мажоры, вот, и круто, если человек вот поддерживает свои сферы, там, допустим, здоровье, там, отношения, работа, вот, какие-то свои мечты, желания, вот, более-менее хотя бы вот уделяет им время, тогда будет не так много выиграния. Выгорание появляется на основе того, что одна сфера начинает поглощать, условно, другие, потому что вы уделяете туда, условно, 90% времени, вы работаете, там, допустим, 18-20 часов не уделяете времени здоровью. Есть вероятность, что как-то вам будет не по себе рано или поздно. Понять, вот уже вам причина от того, что у вас будет вот такое вялое состояние. Допустим, не уделяйте времени чему-то, чего вы хотите. Элементарный пример. Человек ходит на работу, а еще хуже, если она ему не нравится. Он не получает там никакого удовольствия. Вроде как и зарабатывает хорошо, но времени в то же время не хватает, чтобы, не знаю, уделить время, внимание любимому хобби. Там, не знаю, может человеку нравится на лошадях кататься, а он не может уже год туда выбраться. У человека что внутри происходит? Зачем я вообще что-то делаю, если я не могу условно там жить так, как я хочу? Понимаете? И вот здесь вот идет и потеря смысла, и потеря какого-то вот желания действовать. И в принципе вот появляется, собственно говоря, вот это вот выгорание, когда человек ну, просто не хочет вставать. То есть вот здесь зачем мне это делать, и эмоциональный упадок, физический упадок и все. То есть элементарно уделите внимание тому, чтобы ответить на вопрос, а чего все же я хочу, понимаете. Вот этот вопрос важно помнить, зачем я делаю то, что хочу, чего, то, что я делаю, чего я хочу. И когда человек банально начинает уделять чуть больше времени себе, своим желаниям, жизнь начинает обретать смысл, и вероятность выгорания она снижается. А чи може з цього вигорання врятувати афімацію взагалі? Як ви до них ставитеся? Uh, давайте так. Інструмент хороший, але як а не як основний. Ага. То есть однозначно, их везде рекомендуют, я их сам использую, я их тоже даю клиентам, но это я всегда обозначаю то, что если вы ничего не делаете, аффирмации не работают. Понимаете, то есть очень классно действительно настроиться на день, там, проговорить, я за это. это, это хорошо, это намного лучше, чем встать с кислым лицом и там, посмотреть, там, зима, пасмур, на какой ужасный день. Нет, вот, вот лучше аффирмации почитать, лучше как-то себе придать вот этот эмоциональный заряд, но осознавать, что вот после этого эмоционального заряда Важно начинать делать. То есть без действия ничего не будет. Вот идеально это, если уже с вечера составлен план какой-то, понимание, что важно сегодня сделать и э, какое действие приведет, вот, ну или хотя бы максимально приблизит к желаемому результату. Почитали аффирмации, зарядились, сказали там себе, я классный, но я классный начинаю делать, а не я классный сижу на диване и жду Фух. чуда, пока кто-то мне что-то принесет. Ну, ми вам ще раз дякуємо. Надіюся, що в тих людей, яких було вигорання або не вистачало афірмації, будь ласка, від вас ще можливо для наших телеглядачів три поради. Поради. Перше. Задавайте собі вопрос, зачем ви робите те, що ви робите, обязательно спрошуйте, чого ви хочете. От, і третє, це обов'язково... Делайте то, что вы хотите, или хотя бы приближайте себя к этому, чтобы было ощущение вот, э, кайфа, счастья и осмысленности жизни. Я хочу вам поблагодарить. Нагадаю, что за вами был Роман Кириченко, коуч. И сейчас мы закликаем у вас такая наша фірмація в Дронковой студии. У вас все сегодня будет прекрасно. Дякуємо вам за перегляд цього відео і обіцяємо вам, що далі буде ще цікавіше, але не забувайте, ваші пальці вверх, ваші підписки і ваші дзвіночки нам це дуже важливо.